Инклюзивный праздник, приуроченный к Всемирному дню музыки, провели в городской библиотеке №1. Воспитанники клуба «Изумрудный город» и ученики хорового отделения Одинцовской детской музыкальной школы отметили знаменательную дату совместным концертом. Такой творческий опыт, по мнению гостей и организаторов вечера, полезен детям. Мы приобщаем детей к деткам с ограниченными возможностями. И поэтому, чтобы они научились между собой общаться и смотреть, как какого уровня, на каком уровне они выступают, на каком уровне детки наши, и чтобы мы друг у друга учились. Сегодня у нас концерт небольшой, потому что это опыт такой первый и для воспитанников музыкальной школы, и для наших ребят. То есть всего в концерте будет принимать 9 человек. Это все ученики начальной школы. Вот, поэтому программа тоже очень разнообразная, от классических произведений до произведений до детских песен. В программе праздника, помимо концерта, интерактив «Угадай мелодию», мастер-класс от Московской филармонии «Праздник музыки». Как отметил Владимир Веницкий, дети с ограниченными возможностями здоровья нередко обладают великолепными творческими способностями. Они прекрасно рисуют, у них хорошо развиты музыкальные данные. Мы должны давать им возможность приходить и показывать то, что они умеют. И они в то же время должны видеть, как это делают дети, которые живут в музыкальных школах. И мы рады будем видеть этих детей в музыкальных школах, в школах искусств наших и в творческих коллективах. 9-летний Владимир Железнов учится во 2-м классе коррекционной школы «Надежда» и занимается в инструментальном отделении клуба «Изумрудный город». Я спешил к вам, друзья, с жутким нетерпением. Я моторчик не зря посыпал вареньем. У меня за спиной вертится пропеллер. Я хочу, чтоб со мной все ребята пели. По словам гостей вечера, концерт получился очень душевным. Дебют был успешным, и организаторы надеются, что праздник станет традиционным и обязательно полюбится жителям Одинцовского округа. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».